Скажите мне, как вас зовут? Первый ли это ребенок? Как прошли роды? Было ли тяжело, потому что такой вес? Вообще ожидали, что будет такой богатырь или нет? Ожидали, но не такой. Не ожидали богатыря, да. Меня зовут Светлана, это Алексей. Меня Алексей. Это Богданчик маленький родился. Ожидали поменьше, конечно. Но УЗИ показало 4, а вышел 5. Как прошли роды? Роды прошли, кесарево прошло. Ну, нормально прошли. Как имя выбирали? Выбирала сестричка вон, Вика. Уже знали, как назовете, да? Да, второй ребенок у нас. А первый кто? А первый вот девочка, которая уже взрослая. Да. А тут маленький бомбанчик. И какие планы на такого богатыря, раз вот он таким родился, наверное, будет взрослым, сильным, крепким? Ну, наверное, будет такой, как папа. Папа чуть меньше родился, 4600, а мальчик чуть больше. А вы из Мелитополя или Мелитопольского района? Да, из Мелитополя. Хорошо.